Здравствуйте. Я не была в магазине и купила вот такие ручки купила. А эти ручки я буду записывать, что я вышла, что не вышла. Вот, вот такие ручки. Купила я эти ручки, стоят по 29 рублей. То есть недорогие вот такие купила карандаши. Вот. Их я буду схемы зачеркивать. Вот, потому что вот такие дела. Вот. То есть вот одна парочка, и вот вторая парочка будет. Такие парочки будут у нас. Вот. Ну, в общем, вот такие дела. Такие у меня были покупочки, были, ну, такие костылярские были покупочки. Вот. Следующая покупка у меня будет потом. Вот такая покупочка будет. Вот за что. Вот. Купил эти ручки белым кролики. Так магазин называется. Белый кролик. Вот на улице духота, на улице жарко, вообще не знаю. Сейчас потела я. Вот, так что вот такие дела. У нас, кстати, завтра воду заключают. Вот это хорошо, потому что, да, вот это хорошо, даже немножко освежиться. Вот, вот такие дела. Вот. Вот, так вот, сегодня я встала поздно. Вчера вообще не спала, но из-за жары вообще не уснула ничего. На завтраке сегодня поела творог и поела печенье, поела все, вот ничего не поела. Вот. Я приговорю, не могу говорить, почему-то не гуляюсь. Я говорю, ну вот так вот. Я говорю, хочешь мне мороженое? Я говорю, иди сходи, купи мороженое. Он мне говорит, сама сходи, купи мороженое. Ну ладно, думаю, завтра куплю. Все, буду ночью, буду бегать туда-сюда. Вот, а что вот такие дела. Ну, нормально, прошла на улице. То, что такие дела. Всем пока, всем до свидания, пока. До свидания.